Всем привет! Добро пожаловать на наш канал! С вами снова видеопроект «Полесье», который познакомит вас с информацией о качественных свойствах и функциональности игрушек нашей фабрики. Этот выпуск будет посвящен игрушке, которая не оставит равнодушным ни одного мальчика, ведь в ней есть все для самой увлекательной игры. Представляем вашему вниманию набор механик в коробке. Прервемся на минутку, чтобы вы успели убедиться, что подписаны на наш канал. Если кнопка «Подписаться» горит серым, значит, вы являетесь нашим подписчиком. Если кнопка горит красным, скорее нажимайте на нее, чтобы стать им. Набор механик представляет собой комплекс для мальчиков, который располагается на подвижной тележке. Тележка оснащена удобной ручкой для передвижения игрушки. С обратной стороны ручки располагается карман, в который можно складывать инструменты. Кроме того, нижняя часть представлена в виде ниши, в которой также можно хранить элементы для игры. Конструкция тележки включает в себя компактный мобильный столик с перфорированной поверхностью. На столике установлены тиски. К столику винтами и гайками можно прикручивать детали пластины. Сделать это можно с помощью отвертки и гаечного ключа. Также в комплект входят щипцы и каска. Все это разнообразит и дополнит игру, сделает ее более реалистичной и интересной. Игровые комплексы способствуют разностороннему развитию ребенка, определяют его творческий потенциал. Такие игрушки знакомят с различными профессиями в игровой форме, обучают ведению домашнего хозяйства. Ассортимент игровых комплексов от компании «Полесье» радует разнообразием дизайнерских решений, позволяя выбрать тот, который придется по душе ребенку. Изготовлена игрушка из высококачественных материалов, соответствует нормам европейских стандартов. Мы прощаемся с вами, но ненадолго. Если вам нравятся наши ролики, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Пока-пока!